Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самоэль, и это уже 21-я серия зимнего летсплея. Не то чтобы это очень много, по сравнению с техническими прохождениями, но серии стали гораздо длиннее. Об этом тоже нужно помнить. И сегодня мы будем заниматься производством промышленной центрифуги. А центрифуга промышленная. Центрифуга требует, ну, экстрактор это ладно, дальше. Стальные машины корпуса, либо продвинутые машин-блоки. К сожалению, нам нужен advanced alloy. Это бронза, закаленное железо, олово. Олово. Куда мы потратили все олово? Да, ресурсов жутко не хватает. Поэтому, возможно, эта серия будет прорываться черепахами. Потому что ресурсов реально жутко не хватает просто. Здесь хорошая картина. Все машины заполнились. В каждой по 10 ведер лавы. То есть всего там 100 ведер. Ну, неплохо. Так. Железо. Железа должно быть много. К счастью, в последнем обновлении Горгтех отменил уменьшенную генерацию железа. Так. Нет, воду я не люблю. Воду я не люблю. Да и золото, в принципе, тоже не люблю, потому что его слишком много. Это вот тут я добывал обсидиан. И еще буду добывать обсидиан. Так, что я туплю? Если мне нужно олово, то я должен заниматься не вот этой фигней, с вот этими черепахами, а должен идти рыть тоннели. А если я собираюсь рыть тоннели, то, соответственно, я еще и рельс могу там прокладывать. А для прокладки рельс можно использовать криозот. Жалко, так нельзя сделать. Придется с ведром таскаться. Так, сколько у нас тут железных рельс? Железных рельс нету. И железа нету. Короче, с железом большие-большие проблемы. Поэтому, у меня есть там пара черепашек в далеком тоннеле. И мы отправляемся туда. Очень интересно, у нас сколько займет путь туда. Как только будет 3:30, я запущу. Понеслась. Так, ну да, я, кстати, не выставлял увеличение прорисовки. Оно так и осталось супер мизерным. Да. Это вот здесь подтормаживания какие-то идут. Ну, видимо, потому что здесь много лавы и все такое. Понеслась. Это вот примерно там, где написано Light is Death. То есть это серьезно далеко. И там черепашки у меня есть. Пара черепах. Потом еще пешком идти надо будет. Мне кажется, штука медленнее ей, чем обычно. Наверное, все-таки просто кажется. Время уже минуту с лишним прошло. А мы все едем и едем, поэтому не скончаем тоннель. Опа, вагонетка. Очень прикольная ситуация.
Так, это подъем наверх. Нам дальше. Вообще-то эта дорога ведет к нефтяному месторождению Oil-1. Вон там. Options. Стоп, не туда вообще. Waypoints. Latest Dev. Waypoints у меня много. Просто не все они нужны мне. Это заброшенная шахта там, в которой я полазил чуток. Это вот такая нехорошая место, такое нехорошее место. Ага. Ну здесь вроде бы я. Да, нам дальше туда, вперед, вперед. К нефтяному месторождению. Вот если все будет правильно. Нет, мы в него не упремся. Я же нефтяное месторождение Waypoint ставил, не находясь, не купаясь в нефти, а просто находясь рядышком. Так. А, ну да. Я отсюда черепах снял, а с другого тоннеля не снял. Извиняюсь за непрерывную беготню и полную бессмыслицу, так гораздо лучше. Ну вот, что-то я забываю. Где, какие, но это достаточно давно было. Где, кто, какие, что за черепахи. Да, здесь все грустно и печально, но надеюсь, без зомбиков. И особенно надеюсь, что без далеков. Потому что здесь моя смерть была вызвана именно нападками даликов. Так, пора уничтожить. Короче, лишнее. Антезит, эклогит, шейл, гранит. Вот так, прекрасно. Пара черепашек у меня есть. Лава у меня тоже с собой есть. Что-то, правда, и не нарылись олова. Ну, наверное, просто не успели. Так. Значит, верхний идет вперед. Зато железо есть. Поехала. Поехала. Ну, что я могу сказать? С черепахами я на камеру заниматься не собираюсь. Тем более, что любая забытая деталь – это 2 минуты пути обратно. А тем более начинают соседи сверлить. То есть работать в таких условиях будет проблематично. Поэтому я ставлю на паузу. И жду, пока черепашки докопаются, сти и досверлятся. И мы продолжаем, уважаемые зрители. Я добыл некоторое количество олова. Железо, меди, чуть-чуть даже урана. Кварц, понятное дело. Вернул черепашек. У меня была лопата зачем-то. Вообще-то. И, конечно же, я забыл бэкпак. Вперед, вперед. Не будем здесь останавливаться. Ну, получается, 38 это чуть больше 1,5 стаков железа. Что, как минимум, в смысле, чуть больше стака железа одного. Но мне срочно нужен другой способ добычи олова. А именно кассеритовая руда. Которая встречается только в биоме экстремальных холмов. Ну, вообще любых холмов. Ага, очень смешно. Я сначала еду туда, потом еду обратно.
не самый эффективный способ передвигаться по базе. Да, вперед, едем, едем. В смысле, не по базе, а двигаться на базу. А, итак, биом, ну, в любом случае придется оставить здесь руду. А, кассеритовая руда. Так, идем к дробителю. К дробителям. Щелк, 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 щелк. Ну и давайте. Кстати, эту серию... Нет, пожалуй, я не буду посвящать эту серию ME сети. У нас недостаточно ресурсов для производства этой самой сети. Так. У нас есть так железо. Кстати, у нас есть так железо. Щелк, 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 щелк. Щелк, щелк. Вперед, 80. Железо, это уже неплохо. Стоп, что такое? Что это был за нафиг? А, ну ладно. Сплавитель. Корпуса, вот, пожалуйста. Песочек. Все. Теперь эта штука полная. Ну, почти полная. Так, стак есть, прекрасно. У нас есть некоторое количество еще рельсов, а также у нас есть 14 ведер. Непостижимо, откуда у меня столько, но, возможно, я в заброшенных шахтах... Невозможно, а точно я в заброшенных шахтах находил некоторое количество. Да, криозота у нас много. И было бы побольше металла. Тогда было вообще все прекрасно. Так, я думаю, этого не хватит. Возьмем еще некоторое количество дерева. Дерева тоже не хватает. Нужна деревянная ферма на основе Steve Cards. Нужно все сразу. Так. Ну ладно, некоторое количество мы сейчас сделаем. Вот это вот. Вот этих вот полублоков. Так. Рельсины. Ну, в смысле, шпалы. Так. Щелк, 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 щелк. Теперь у нас 10 деревянных наборов шпал. Из этого мы сделаем. Из этого мы сделаем 5 стандартных. Стоп, из этого мы сделаем 8 стандартных.
и две улучшенные. Так, 8 стандартных. И улучшенные. Два набора. Так. Прекрасно. Вот это. Это все лишнее. Это вообще куда-нибудь сюда сложим. Металл сюда, кокс сюда. Это тоже можно сюда сложить. Так, здесь вот этого. Возьмем, а где-то у меня были еще ускорялки. Больше ускорялок нет. Причем ускорялок нам нужно чуть больше. А, вот у нас еще две криозоцел. Есть капсула с криозотом. Это, скорее всего, найдена сокровищница, потому что я так-то криозот ведрами всегда беру. Это дешевле. Сейчас мы все сделаем. Быстро. Вот так. Раз. И вот так. Два. И тогда нам точно хватит ускоряющих рельс. Так. И вот так. Прекрасно. Ресурсы. Печь пока плавь. То, что есть. Песочек мой. Это сюда. Покушать есть кое-чего. И, конечно, надо вести ветку в горы. А для того, чтобы в настоящие горы. То есть вот то, что у нас, это тундра. Биом тундры. А мне нужны самые настоящие горы. Extreme Hills биом. Надеюсь, здесь такой есть. Поэтому надо отправиться туда же, где я рыл тоннели. И вот. Так, ботпак забыл. Ну ладно, в любом случае, это я все сделаю за кадром. А сейчас я говорю вам до свидания, уважаемые зрители. С вами был Самоэль. Это была 21-я часть зимнего летсплея, которую мы провели, надеюсь, со смыслом. Железа много. Алмазов не вижу. Грусть, тоска, печаль. Ну ладно, в любом случае, до свидания.